Всем привет! Расклад для тех, кто задавал вопрос по поводу женаты ли Вигуки? Тэхён Чонгук женаты? Спросим у Таро. Многие писали, что они уже заключили брак и так далее. А что Таро скажет? Напишите в комментарии корейцам, можно венчаться в церкви? Истинным фанатам Вигуков, я думаю, им плевать, женаты они или не женаты. Для них самое главное, что пара вместе. Шут, дурак, карта личности. И в этом человеке есть все, и духовный рост, и плотские желания, и потребности. И король чаш, творческая личность. А кто из них Тэхён, а кто Чонгук? Да не важно, самое главное, что вышло два человека, и это пара. Так как я задала вопрос, женаты или нет, и эти две карты говорят нет. По шуту на пару супертарологи, которые меня смотрят, они скажут, что это свободные отношения, ну а для кого-то это может быть даже отношения без обязательств. И важны, конечно, здесь карты, которые рядом. И две карты такие вышли. Вот, кстати, интеграция, вот эта карта, это умеренность. Сколько делаю на них расклады, всегда эта карта у них выходит. Паш Пентакли тоже. Интеграция – карта единства. Объединение и слияние противоположностей. Карта мужского и женского. Инь и янь. А если просто сказать, вот кто-то у них, конечно, в паре мальчик, а кто-то девочка. Мы видим карты. А второй вопрос касается у нас детей. Будущее. Будущее ребят, так сказать. И на картинке мы видим дама беременная. Карта роста. И карта мечты. Мечтают, конечно, о детях. И шестерка чаш, она, конечно, у нас не только карта воспоминаний, карта прошлого. Но и также карта говорит о, ну, например, периоде сказочной влюбленности. И, конечно, они мечтают о детях. И перерождение карты, ну, конечно, что-то уходит. Меняются, понятное дело. Карта стресса говорит о том, конечно, понятное дело, мужик не может родить. Но медицина не стоит на месте. Вот первая карта мне очень понравилась. И самое главное, это семерки. Это говорит о том, что они не только об этом думают, мечтают, но это реально идет какая-то реализация. Реализация задуманного. Такая интересная карта вышла, карта мудрости. В этой колоде это солнце, старший аркан. Аркан семьи и отношений. В общем, по поводу детей на будущее, я бы сказала, что у них это больная тема, потому что карта такая вышла. И они прям зациклены на этом. Как же поступить, что же делать? Ну, у них есть решение, по картам есть решение. И они этим занимаются, я бы сказала. Я, знаете, сколько в своих раскладах уже о этой паре говорю. С самого начала я сказала, почему я делаю расклады на Тэхёна и Чонгука. Вы не задумывались над этим? Возможно, они мне нравятся. Парни строят семью. Есть вопросы и решают. Много уже сказано. Что мусолить? В общем, я скажу философски. Есть мост между ними, между ребятами. Конечно, он хрупок. А почему вы скажете? Потому что здесь два человека. У каждого свой характер, свои взгляды. Но всегда, когда делаю на них расклады, есть что-то единое, что их объединяет. И все карты выходят вот стремление к чему-то. Они могут быть утром любящие, и прекрасные, а вечером злиться, что что-то вышло не так или пошло что-то не так. Но они пара, мы видим это из карт. И на будущее много карт и сдержанности, и карты тактичности, карты умеренности. И полно карт вот и трудностей, и стресса. Но желание преодолеть это мы видим в картах. Большое, огромное желание проверить на прочность. Плюс остроумие, юмор. Преодолеют любые препятствия. И разве важно, в браке они или не в браке? Самое главное, карты все вышли, что они живут вместе. И строят свою жизнь. В каждом раскладе буду оставлять ответ, что касается лично меня как таролога, на вопросы, которые вы задаете. Мне нравится пара Тэхён и Чонгук. Отвечаю, да. И я, наверное,
из всех смотревших, кто меня смотрит, наверное, я самое больше в них верю. И многие, конечно, пишут, мы за Вигуков, и в то же время задают вопросы. А посмотрите, были ли у него или есть отношения с Джином? А есть ли у него отношения с Лисой? А еще чего-то. И вы хотите сказать, что вы верите ребятам в их любовь? Это я вам не верю. И не важно, что вы отпишетесь от меня или еще чего-то. Это мое хобби. Кому нравится, ставите лайки, подписывайтесь. Нет, листайте дальше. Всем счастья, мира и добра. Всем пока. Ну а теперь я спрошу у карт на ближайшее будущее для ребят, что касается работы. Ну вообще, какие карты выйдут? Работы, отношений, посмотрим. И вышла такая карта колесница. Вообще-то замечательная карта, ованская карта. Прорыв силы. По колеснице это всегда рывок вперед. Но смотря еще тоже нужно обращать внимание на рядом карты. Колесница это карта прощания со старым. И единственная вторая карта говорит о радости и уверенности в себе. Ну, что касается внутреннего состояния. Десятка пентаклей это реализация каких-то планов. Это результативная карта. Здесь может быть любая сфера. И семья, и отношения, и работа. Две карты вместе, вот рядом карта, говорит о ожидании чего-то. Приключение, желание освоения новой территории, скажем. Ну, то жезлов это карта страсти. И вот прям три карты явно кричат о том, что у ребят романтик в уединенном месте, скажем. Потому что колесница, она связана, возможно, с поездкой. То есть жезлов это всегда начало какого-то предприятия. И самое главное, они вот ждали долго, потому что карта вышла такая. И внезапно, жезлы это всегда нужно действовать быстро, просто собраться и полететь. И это что такое конкурентоспособная, потому что у нас выходила пятерка жезлов. А эта карта добиться успеха любой ценой. Но вообще, конечно, три карты вышли счастливой любви. Богатство, силы, преодоление невзгод. По колеснице скажу так, свежий ветер в рамках существующего союза, снимающий усталость по пути, рутину, ветер вдыхающий в новую жизнь, ближайшее будущее, ребят. Кто слушает карты внимательно, всем спасибо. I've seen you in a movie, I heard you in a song. Now I know that this will never go wrong. Like you already knew me, that's why we